прокурор первого отдела, отдела гособвинителей, прокурор области Лохов Эдуард Александрович. Сегодня состоялся приговор в отношении Лученко, который совершил разбойное нападение и убийство почтальона Соловьевой в Аркадакском районе 13 февраля этого года. Полагаю, что оглашенный сегодня приговор, в котором Лученко признан виновным по всем пунктам обвинения и получивший наказание в виде 18 лет лишения свободы, является вот на настоящий момент обоснованным. Ну, конечно, в дальнейшем мы изучим сам приговор уже, копию приговора, протокол судебного заседания, окончательно будет принято решение позже. Но вот сегодня, полагаю, приговор обоснован. Я, как гособвинитель, просил аналогичное наказание в виде 18 лет лишения свободы. Ну и также суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск Почта России о взыскании вот материального ущерба, который был им причинен в результате разбойного нападения. Я думаю, что прокуратура согласилась с этим приговором.